Ты что, видео снимаешь? Ты куда ты нашел? Еще уговаривает меня, говорит, он постный. Да-да. Ам. Это фокус. Был чизкейк и нет чизкейка. Мать, ты чувствуешь? Ты становишься более культурной. Не уводи. Я ничего не чувствую. Не чувствуешь. 16 лет. Как обычно, ты ничего не чувствуешь, зато все чувствую я. Вот наш ряд. Заходим. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады видеть вас. Мы — это Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Исаевой. Наверняка кто-то из вас бывал в нашем дворце музыки на проспекте Вернадского, где у нас несколько залов, среди которых шикарный большой зал. Но сейчас он на ремонте, поэтому мы путешествуем по разным площадкам Москвы для того, чтобы вновь и вновь и вновь встретиться с вами, для того, чтобы подарить и вам, и нам радость, радость встречи с музыкой. Ведь наш театр первый и пока единственный в мире профессиональный театр оперы, балета и симфонической музыки для юных был создан гениальной женщиной Натальей Исац, был создан опера, балет. Как раз для... Моя Нэнси. Я все забыл. Шматье постирай, ротву приготовь, пореже хворай, вот и вся любовь. Перерывчик. Мы тут вышли с Катей прогуляться. О, первый звонок. Я вам сейчас покажу картины. Сейчас покажу. Вот нравится мне рассматривать мазки. Конечно, вживую цветопередача совсем другая. Очень красивые.
Мать, ты умеешь так? Ты умеешь так рисовать? Ты даже не знаешь, что я вообще. А ты можешь мне нарисовать? Ты можешь мне нарисовать такую? Не нарисовать деревню, а написать. Киску? Ты в культурном обществе. Я тебе нарисую киску. Пойдем дальше посмотрим, запечатлим, потому что я хочу потом рассматривать. И пусть все рассмотрят. Вот это вот на твой рисунок похоже, если честно сказать. Ничего личного. Ну и вот это, я так понимаю, сирень. Одна из первых работ. Я же колхоз, ты же ничего не понимаешь. Конечно. Куда мне? Ну вот это вот твое, вот, что у тебя на балконе стоит. А у меня стоит на балконе, у тебя висит на стене. А вот это твоя петрушка. Пойдем. Нэнси нашу позвали, Анастасию. Здравствуйте. Подожди, сейчас закончим. Здравствуйте.